Во Львове намерены снести памятник первой женщине-космонавту нашей землячки Валентине Терешковой. Такое решение накануне принял местный горсовет в рамках нового закона о демонтаже символики коммунистического и нацистского режима. Памятник Терешковой в числе других объектов, подлежащих сносу, отдадут в музей террора. На выполнение закона о декоммунизации отведен год. На постаментах советских памятников планируется разместить новых героев и символов Майдана. Во Львове уже есть памятники Бандере и Шухевичу.